всем подписчикам канала XPolitX. С вами Булкин и Щербинин. Только Щербинин я... и Булкин, вообще-то. Ну что, ребят, это тортик? Как ты мог его сейчас? Зачем ты его сломал? Идиот, просто... У него все хорошо, тихо. Короче, в честь 60 тысяч подписчиков. Да. Кирпичиков. Подписчиков. Ну да. Мне как-то подвинуть. Ну ладно. Давай. Ну так вот. Давай, рассказывай. Ну. Значит, мы празднуем сегодня, такая небольшая будет соляночка. Да, да, небольшая. Ты маленькая совсем. Совсем малюсенькая. Празднуем. Сейчас. Вот. Я даже могу. Да, поделать. Кефир уже не моди. Моди тортик. Вот. Какой ты хитрый-то. Вот. Мы решили этот учитель-то идем. Я предложил. Потому что все просили. Так вот, 60 тысяч это вам не хухры, а хухры. Ну ты понял. Ты как-то ручкой так ти-ти-тю. Ти-тю. Ну, 60 тысяч не хухры-мухры, да. Ага. 60 тысяч. Раз, два, три, ребята, это 60 тысяч. О, господи. Видите, как я люблю 60 тысяч. Это мое любимое число, ребят. Кто не поставил лойс, тот просто не человек. Вот, а тортик еще, хоть и жив. Да. Так вот, собственно, пусть это не мой канал, вот, но я стал таким его членом, хорошеньким. Так вот, все равно желаю Александру дальше развиваться, все будет хорошо, все будет просто зашибись. Так вот, тут, ну. А вы, ребят, давайте подписываться, почти верстать, например, за такое. За это реально можно вот сейчас просто под этот звук, когда телефон упал, вы ставите, под, нажимаете на зеленый пальчик. Потому что впереди вас ждет еще и смешная шаляночка. Что ты делаешь? Я убираю. Мешающий. Вот. Ну, я думаю, начинаем солянку, да? Да, погнали. Привет, ребятки, 60 тысяч подписчиков, такой вот нежданчик, и мы делаем соляночку. И мы зашли в Call of Duty, увидите, в общем, много шутеров, и не только в этой соля... Начало просто заебись. Ты визуалку не видел. Я тоже, да. Это вообще мой или кто? Я не понимаю. Ты не поздоровался, кстати. Всем привет, ребятки. О, Сань, здорово. Да ладно, ты со мной? А. Я, короче, вспоминаю управление. Мы не играли в Call of Duty полгода, наверное. Что? Ой. Я своего завалил. А, не забывай, что два убийства таких. Ебан. Спасибо. Щербинин. У тебя уже подписчик, по-моему, нашли. Ясно, понятно, короче. В общем, это. Не помнишь? Не помню. Кто хочет, чтобы мы отдельно, как вот я Battlefield сейчас записывал Call of Duty, пишите в комментариях. И ставьте лойс. Лойс за 60 тысяч. Так что мы сейчас побегаем тут, потом перейдем к другой игрушке и так далее, и так далее, и так далее. Меня убили. Ух, блядь, бомбан. А, сразу воскрешается. Меня кикнули. Я вижу. Спасибо. Ура, Булка. Чувак написал, ура, Булка. Ура, Булка, да. Угу. Ну давай, выйди сейчас. А, ребята, я тут зашел в бараки свои и посмотрел просто на свою эмблемку, каким же я наркоманом все-таки являюсь, вот просто цените, вот за это можно поставить реально лойс, потому что вот я вот помню, как я это все делал, я просто... А, что стоит вот это вот, эмо стиль, и что вот стоит вот то, что у меня сейчас? Вот это просто вот, я не знаю, как можно было вообще вот такое вот додуматься, но это, в принципе, мой, ладно. Так что там, баблик матч, снова? Find the match, hardcore, team this match, давай. Вот так, нас кинул в одну сессию, вот только не карго, давай Емен. Ереван. Да, карго не надо карго. Карго там ужасно, там никого не видно. Да. Не, ну сейчас надо привыкнуть еще к базе. Лучше Йемен, конечно. Колда. Не, ну мы, конечно, гениальные люди. Играем в Battlefield 3 вместо Battlefield 4, играем в Black Ops 2 вместо Ghost. Нищий канал. Да, ребят, ну кто видит отличие между Ghost'ом и Black Ops'ом, пишите. Я не вижу. Да, мы сейчас с таким же успехом можем Modern Warfare 1 сейчас запустить, то же самое будет, если что. А вот Battlefield 4 чисто ради карты, или я лично хочу. Потому что, ну да. Там каналов нет, я бы на канал бы поиграл. То это... О! Чё, уже загрузился? У тебя быстрее? Да. Так.
Но меня очень быстро будет. Погнали. О-о-о, это первая, кстати, карта, по-моему, которую мы запустили вообще в колде. Ну, не знаю, не знаю. Тут, кстати, вот сейчас будут враги. Я гранат кидаю. А мы с тобой... А, стар... Идёшь, что ли? Ты пойдём, а? Напугал. Так под пуль не лезь, как ты умеешь. Да-да, я. Мы разделились с тобой. Не на шутку. Почему нельзя бегать чё-то, боком? Что-то с сенсой не то. Почему нельзя бегать боком? Ты там взорвался на линии. О боже мой. Не, я раньше тащил. Мы даже записывали для Game Adventures. Не только ты тащил. Мы все так... Сука. Вдвоём играем здесь, нет? Может, мы в пустой сервак зашли? Просто я никого не вижу. Первый. А, ассист? Спасибо. У меня чисто рефлекс работал на тебя. На меня, вы поняли, да? То есть он меня хочет убить. В смысле, на кого-то... Я чувака чуть не убил. Я убил. Ты убил первого кого-то? Фига ты. Сейчас мне враг настоящий покажет. Я убил. Мне кажется, тут пойдет. Раз, два, три. Я двоих убил. Я на первом месте. Я тащу, ребят. Блин, ну это было очень сложно в него попасть. Я не понимаю, на самом деле... Нет, Call of Duty бесспорно просто нереалистичный до ужаса, но она затягивает реально чем-то. Ага, своей, писал, может, легкостью, я не знаю, как объяснить. Да-да, Сань, одна пуля убил. Ну. Гениально. Просто одна пуля даже не попала в него, серый чувак. Нет, это наоборот реалистично, ну просто... Тут нельзя ложиться. А, Ctrl ложится? Господи. Убил? Габулкин, Гачербинин. Я сюрвайвер. Да? Да. Там... там еще один просто. О, you are taking a lead. Мне только что это сказали, подожди. You are taking a lead. Ну это кто на первом... Сука. Там здание меня, чувак. Убил. Здание? Я как раз здание сейчас кинул гранату. Убил. Чувак, не стой на месте, пожалуйста, нужно бегать. Блять, так и знал, что здесь пампкин этот. У меня выдыхается быстрый персонаж, мне это бесит. Да он не только выдыхается, он боком бегать не умеет. Чувак, ну ты крыса. Блин, я его... Сколько МХП-то снял? 325 очков? Буква. З. Какая? З. Неправильно. Три неправильно угаданных булки. Что? Буквы дают вам право на три... Иди в жопу. Гранаткин! Здесь мы тут недолго, да, будем сидеть? Чё? Недолго будем играть в это говно. Ну, если как бы ты... Ты чё, какое говно, колда рулит. Да. Нет, просто мы можем... Блин, я перезаряжался. Может так получиться, что я буду играть теперь каждый день. Просто зря я сейчас узнал, что у тебя... в смысле, в этой соляночке. А, в этой соляночке, конечно, всего понемножку будет. Ну просто надо же немножко тут как бы тоже... Это длинная соляночка, а соляночка на той соляночке, что она длинная соляночка. Мне кажется, тут враги идут. Чувак, иди. Его сейчас убьют. Габулкин. Ты? Ты чё зиги кидаешь, ты офигел, что ли? Я не зиги кидал, я... Это что сейчас было? Измедление. Поноку меня. Блин, кто-то пернул у меня в квартире. Тут никого дома нет. Блять, это я что ли? Ну ладно. Че есть тут-то? А фига нет? Я его продырявил. Не, я не знаю, меня чем-то затягивает колда, вот честно говорю. Но ну вот она. Чисто побегать, пострелять. Ну да. Ты на первом месте. Красавчик просто. Я говорю, я в колде тащу, но. Изредка, да? Нет. Всегда? Тут легко убивать, я не понимаю почему, но мне легко играть. Нет, ну тут да, легко, но мне надо все равно придрочиться сейчас. Я пока вот не очень пока реагирую. Ой, там с двух сторон было. Наверное, потому что я карту вспоминаю. Ух, о, родственник. Ну блять, с двух сторон. Пора убивать. Блин, с двух сторон. Я это снял. Выбеси. Блин, меня. Ух ты. Нифига. А как резать-то? А, В. В. Я привык F. Угу. Ну где все патрулируют? Патрулируют. Откуда? О. Вот обязательно, конечно, меня нужно подорвать было, естественно. Как так-то? О, ну все, я сейчас не на первом месте буду. Да-да-да, Сергей. Я на втором уже сейчас. Да ёб ты по кошкин, а? Как он, я не убил ты его? Тут же одна пуля убийства. Да я не сказал бы так. А, это не... спасибо, ассист. Плюс 25. Тихо. Прон-блок? Мне порно сблокировали, только что написали на весь экран. Да? Да. Ну ты это. О! Радар, отлично. Блять, меня даже ножом режут. Я не ножом. Радар, кстати, да, хорошая тема. Я. Ты чё? Ой. Я бомбанёт. Вот это мясо сейчас пьет. Ух ты, как я ему хэд-то поставил. Минус. А, тут же ещё читаков много всегда. Да? Ты не знаешь, это же этот колда.
такой. Бум! Да что ж за мины? Они везде мины, что ли, свои ставят? И как это 54-го вообще мне хватило? Видел мину, но все равно не бежал. Там что-то его ко мне прям прибежало. Бомбанул тебя. А. Я не видел, что ты кидал гранату. Чувак, лоук. Сверху нет никого? Да. Бежим. Сейчас слева будет. Ты убил? Нет, мега убил. Украл наши фраги. Меня мага спас. А где? Откуда тебя убили? Я предлагаю завершаться на солянку. Да? В смысле, на эту... Давай, подожди. В смысле, да, эту игру... Сейчас, секунду. Если я долго, чтоб не вышло. Ну, я понимаю. Сейчас. Там посылка пришла кому-то. Я двоих, киллстрик. Нормально. Нормально. О, тут кальянство. Да, я видел. Он динамический? Да, динамический. Динамический в чертонах. Сейчас я хочу кого-нибудь убить, напоследок, красиво. Через 60 тысяч. 60 тысячный фраг мой. Мне калиброн киндим бам. Мне кто-то говорит по рации. Аккуратно. Пусто. Че, все? Враги разбежались? Там кто-то... Ну мой был! Щербиша, блин! О, у меня машинка есть. Щербиша. Блять. Я забыл, что у меня не граната, а мины. Что ж такое-то? Где все враги? Просто... Опять. Минус два. Щербинь, короче, тащер, я понял. Но у меня счет дерьмовый. О, UNV. Я пусть и тащу на первом месте, но у меня счет дерьмо. Блин, там враг был. Там тоже враг. Понятно. Ясно, понятно. Переходим. А вот неожиданность, да? Продолжение соляночки-то вот какое. Алло. Здорово. И это соляночка. Так, поэтому мы здесь будем не крашиться. Крашиться будем в отдельных сериях BMG. А тут у нас дрифт. И все-таки я поставил сейчас на пятерку. Тебя просили на эволюшене, которую я тебе кидал. Сейчас будет все. Я поставил... Что у него тут? Издевай, пожалуйста. 700 сил. Ой. Че? Не издевать? Я хочу попробовать 700 сильный да, мотор. Не раздевай. О, смотри, это праздничный дрифт. О, да! Бля. Как ну тебе? Ты запорол эти гейстов. Не надо, тихо. 60 тысяч ты вообще должен поставить. Ну все, тогда гемор ставлю. А, подожди, ты сказал гей или гений? Алло. Ого! Я забыл свою систему оценивания уже. Герма средний. Гений? Ага. Охуенно. Гей хуёво. Ну понятно, ну пока герма. О. Так, вот это самый сложный. А... Миллиметровщик, что ли, гений? Едет-ка. Сегодня мой день. 60 тысяч гениев. 60 тысяч гениев, кстати, реально точно. Кто еще не поставил лайк после первого видео... Да, тот вообще не чудовищный. Не чудовищный? Что? Не чудовищный. Тот не шарит в моде. В моде? Блин, эта трасса слишком... Знаешь, она слишком... узенькая и очень... Нет, мазафака! А что здесь, синий экран? Да, мне тоже нравится. Типа, знаешь, чекпоинт? Портал. Нормально. Хоть как тебе такая тачка? Плохо. О, пошел дрифт, смотри. Подожди, нет, все-таки знаешь, я предпочитаю... За 700 сильный движок спасибо, кто сделал, но... 520 мне милее. Ой, какой резо... Что я нажал? Это какой сейчас, подожди. Ой, не тот, надо 520. Ну так как это солянка, вы не надеетесь, что сейчас тут будет 20 минут BMG, как бы вы понимаете? Мы чуть-чуть. BMG на 20 минут это отдельная серия. А тут у нас так, пати на кровати. А тут у нас дам. О, вот это по мне. Хоть угла-то особого нет, но зато во, можно подконтролировать оргазм, сделать все такое. Да? Во. Что, рекомендуешь? Я рекомендую тебе, знаешь что? Вот смотри, ты по ночам что делаешь обычно? Я по ночам читаю. Читаешь книжки, да? Ты еще скажи под одеяло. Там мазутру. Слышь, у нас с колесом что-то. Подожди. Я сломал. Я просил не ломать, а ты ломаешь. Ну этот тазик, он сломался даже на наш праздник. Ты мог какой-нибудь надежнее найти таз? Да вот. Ты же выбирал, а не я. А, блин, точно. Ну блин, я Стил. Должен на тебя был вину свалить немножко. Ну у нас 60 тысяч. Правда? О, праздничный дрифт пошел, давайте, ребятки. О! Это уже я исправляюсь. Точнее, машина справляется, смотри. Вот это я понимаю, это уже можно потянуть на праздничный, хотя меня немножко расколбил. Щербинин, у меня вопрос. Как ты относишься к перификации?
Перификации, ну так, средняя что. А ты хоть знаешь, что это такое? Нет. Я тоже. Чего, что ли? Че? Воу-в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 оу. Знаешь что? И все-таки в эту соляночку нужно немножко аварий. Так ладно, не хватает экшена! Мото Монстр Энерджер! Ты говорил, чтобы мы на этих подрихтовал? Да, там народ просил. Тут нужно песок, песок, грязь, пыль. О, ралли, да, детка. Мы едем на ралли. Щербинин, все будет охуенно. Ты подскочил. Ну 60 ты. У тебя, по-моему, лагает немножко. Чуть-чуть совсем. Что? Я в багажнике. Вот сейчас было, кстати, очень реалистично. Я в багажнике. Щербинин, тормози это шашлык. Щербинин, нам нужно тортик. Я в багажнике лежу, тебе еще раз объясню. Тебя вынуть оттуда? Давай. Не могу, не все. Блин. 60 тысячная авария. О нет, все колесики, как знаешь, как мотыльки. Щербинин, багажник берегу. Все, сам убьюсь, но Щербинина спасу. И все, я убился. Ты выжил, сейчас узнаем. Я тоже. Все, все погибли. Переходим к следующей. Ты ошибся, маленький мальчик. Мы должны спуститься второй раз. А вообще три, потому что Бог любит троицу. Итак, мы смотри, выступай на ралли. Итак, Щербинин, прыжок. Едем, едем, стенограмму, стенограмму читай. Левый, право, лево, право, направо, 3, 4, 8, 4, на 6. Написано переворот, бочку надо сделать тебе. Бочку? Да. Там по правилам так написано? Да. Вот, блин. Смотри. Видишь? Блин, точняк. Ну ладно, вот смотри, попробуем. Нормально? Это колесико. Блин, сейчас тогда. Сейчас. Ой, ой, блин. Ой, ёб. Ну молодец, Санёк, не утешил там машину. Подожди, стоп, что с ней? Она похожа на гусеницу. Там что с колесами, гусеница? Я не понимаю. What's wrong with the колеса? Реально что-то пиздаем. Ладно, последний раз. Щербинин выступает, ты за рулем. О, давай, ралли. О, красавчик, смотри, как хорошо пошел. О, дрифт, дрифт, дрифт. Да, так, кочка, кочка, подпрыгиваем, нормально. Так, Щербинин, лево, налево, на. Че? Так, все хорошо, тихо, держу, главное руль. Щербинин, налево, ой, говорю. Тормоз, левее, тормоз, Щербинин, тормоз, блин, тормоз, осторожно. Тормоз не работает. Как не работает? Ты сломал. Щербинин, там в конце спуск очень сейчас начинается крутой. Щербинин. Сейчас встанем на колес. Да? Вангуешь, что ли? Ё-моё, ё-моё. Щербинин, чей стороны? Кто погибнет? О, прощай, малыш. Не было тебя никакого. А ты сейчас за меня тебя просто... Ох, тебя там дверью пришибло с чем-то. А мы переходим. А, ну чё, ребятки, вы хотели тут в соляночку добавить сампика? Вот. Ну, заходим на наш шестой сервачок самп. РБ, думали, сейчас будем возобновляться, может, потихонечку. Или там, не знаю, иногда поигрывать. Ну, чё вы думаете? Регистрация нового персонажа. Ну, в общем, я не знаю, кто-то либо постарался, либо я реально что-то такое натворил, что увидели админы на моем канале, либо я не знаю. Ну, в общем, мне просто тупо удалили аккаунт, мой 23-й левел, мои 15 миллионов, мой буллет, мой дом. Легенду удалили они. Да, угу. Поэтому то, что было последние за 2 года на Game Adventures у меня, просто стерто нахуй. На 60 тысяч подписчиков. Скажем спасибо админам, скажем спасибо нам, потому что мы были дебилами и играли в самп не так, как нужно. Но все-таки хотелось бы знать причину, и не знаю, на самом деле, зачем удалили. Но, в общем, суть такова, что сам говно, наверное, или нет? Да. Ну да. Поэтому, увы, вот тут вот придется сказать то, что сампа не будет, скорее всего. И это нужно очень постараться нам захватить, заново играть. Значит, будет когда-то, может быть, стоит зарекнуться, что... Когда-нибудь в будущем, возможно, мы что-нибудь по новой там, когда приспичит, не по-детски, зажжет попец, тогда вот да. Но пока что, вот, как-то пока как-то нет. Так. Поэтому, что ж, Марио Труэнос, прощай, легенда. Итак, короче, мы в 1.6. Да. 1.6. Щербинин, ну как? Ух ты! Ах ты, это не тот же вид, тот самый сервак, тут и пули полетают, да, и... то же самое. Ну, неважно. Короче, мы здесь уже играли у Щербинина. Я уже после... Мы, короче, после батлы сейчас, я не знаю, в каком порядке вы сейчас это смотрите, соляночку, но это после батлы. Заходит ко мне Игорь, кстати, походу, коннектится. Надеюсь, он просто посмотреть зайдет. Изи. О! Как ты так-то, я не понимаю. Так, как ну у нас стреляешь? Коротенько, поэтому до 7 или до 9 посмотрим сейчас. Не, я думаю, можно даже... Я до 7 где-то нормально. Купи себе новый нет, спасибо большое. Что, кикнул? Да. То, что у меня интернет. Попробуй. Это была КС? Не, давай еще заходи. Зачем ты стреляешь-то? Я? А. Ты там сам стрелял. Ну я, у меня мышка залагала. Да, я ручку подал. Гранат тупо не стреляет. О-хо-хо! Это как было? Не знаю, но это было куда офигеть. Ебло утиное, зашел. Нахуя, не знаю. Это Кизей? Да. Ну, его заверсучиваешь, Кизея, нашел.
Нет, и сейчас ты в КС не попадаешь. Да я не умею стрелять, я ненавижу КС за эту. Не умею играть. Бум. Нормально ты играешь КС, не гони. Почему? Чё у меня с мышкой, почему? Здесь носа какая-то непривычная. Где? Где не стреляй. А. Саня, тебе говорю, не стреляй, пока. Можешь, пожалуйста, подождать? Я даже не знаю, где ты стоишь. Спасибо. Я не знал, где ты стоял, как я угадал. Спасибо, что подождал. Ну блин, ну извини, ладно, не считали. Этот раз не считается. Я ж чисто про стрелочки. Угадай, куда ёбну. Озвучил мои мысли, да? Все ясно. А, Мира Стрикизи ушел. Да-да. Мы так будем по очереди, да, с тобой? Я не знаю, как это играть, как стрелять вообще. У меня чисто рандомно получается. Да-да-да, рандомно. Я тебе потом покажу тебя. Саня, ну-ка дай клавиатуру. Угу. Как я узнал? Мне в кого-то попал, может. Знаешь, как ты там что-то выкидываешь вообще? У меня было 26 хп. Надо же 3-3. Так что может уйти. Да. Угу. Да ты как простреливаешь-то, я не понимаю. Педик. Даже не успел выйти уже, да, Слави? Я молчу. Все хорошо. Прострел мастер. Ага. Чего нормальные прострелы убрали? Ты вот по очереди! Просто сел и выстрелил. Так еще не было у нас. М-ка говно. Да блин. Ух ты, блядь! Ты! Два выстрела и все в хэд? Нормально. 54. Как Щербин научился играть, понятно. Я вижу. Чего? Ну мы по очереди убиваем с тобой, ведь вот. В этом-то весь и прикол. Блин, пули рядом пролетают. Угу. Рядом. Так до 7 или до 9? Или до 7? Ага, такой. Видел, что выигрывает, да? Нет, мне все равно. Я если на таких дистанциях еще могу как-то посоревноваться с тобой, то на обычных я не могу. Да. На таких дистанциях посоревноваться можно. Тут что, до 7 нет? Сейчас я решаю. Не давай решающий, короче. Тихо. Я без оружия. Поехали, решающий. Поехали? Да. Не страшно. Эффект неожиданности. Сейчас как сработает. Сработает, а что надо? Ух ты, сучка. И сейчас хэп мне, да? Ох, бля, хорош. Ну все, Щербин победил, переходим к следующей игрушке. А мы продолжаем, у нас на очереди Грид 2. И знаете что, ребят, мы сейчас в шоке. Короче, никто в нее не играет. Да. Это вообще жопа. Ноль серваков. Ни одного серваков. Нет, мы как всегда друг друга перебиваем, но это не важно. Ну давай с тобой скатаемся, дрифток, это 3 раунда. А я не помню, как дрифтить. Я тоже не помню, как дрифтить. Войс, но. Да, то есть смысл, как будто поехали. Смотрим. О, да, детка. М3 наша. Ох. Ностальгия, блин, все равно. Да. Хоть это было совсем недавно. Да, но все равно те времена, найдет. Да не может быть, что тут никто не играет. Ребят, кто в курсе по этому делу, напишите в комментариях, потому что что-то странное как-то, что вообще никто. Ух! Ну что, вспомним прошлое. Сколько у меня там все-таки рекорд-то был? 1 300 000, по-моему. Сосед тракторист. За. У меня. Слышал звук? Не лагаю. Что я не лагаю? Давай. Так, кто первый? Я. О, гуль и рамзам. Я не. О, господи. Ты? Я не помню, как управлять. Тоже. Наш что вы тащите? Кто смотрел старый добрый Грид у нас? Ставим пальцы вверх. Кто все это помнит? Ну что, Щербин? Я ничего не помню. Я не помню, как дрифтить. Я не помню, как занос выпускать. Как она ведет вообще? А у меня на X? Mm-hmm. Ой, в смысле, на. Блять. Показывай. Да. Флешбеки бесконечно, спасибо. Кстати, да, реально. Господи, я не помню, как дрифтить, надо блогонку лучше. Блять. Побаловались. Как? У меня ноль пока, я все запорол. Не, у меня вроде неплохо, но так, хуёво. Нет, хуёво. Нет, ну как я тут тащил-то? Ой, было дело. Ребят, кто помнит, как я каждую серию пытался побить рекорд?
Прям реально. Да. Я вообще что-то ну. Мои 50 очков сейчас зашкаливают. Сколько у тебя? У меня пипец, я не один поворот, я все парю. Издеваешься? У меня 4000, 5. У меня 55. Гениально. Да. Ну как так-то я опять запорол? Тебе надо было гонку сказать, реально. Супер! Человек, который набирал столько очков, сейчас вот так вот, да? Вот так вот судьба распределилась. Как так-то? Тебе я предлагаю выйти и создать гонку какую-нибудь веселую с повреждениями между скалами лучше. Не хочешь? Я не слышу ничего. Я говорю, предлагаю создать, может, лучше гонку. Чё? Поинцы, блядь. А, да-да-да. Нормальные конкуренции. Не-не, нормально, Сань, нормально. Продолжаем, да? Да. Профи пришли. Причем, заметь, мы с тобой на равных, то есть оба забыли, оба примерно одинаковое количество очков. Конкуренция. Сань, конкуренция, тихо. Я тебя смогу, я тебя верю вот. Подумаешь раньше там. Пускать за нос нормально. Контрит. О боже. Теперь день. Главное, что это. Знаешь, блин, такой был. Да иди ты, блин. О боже. А, еще кто-то зашел к нам. Нифига. Что? Ух ты, чувак. Поднимаем серваки, слышишь? Резко статистика выросла в этих. Прикинь, я тоже случайно зашел, офигел. Ну такие два дебила играют во всем мире. На одинаковых машинах катаются, по 50 тысяч очков набирают. Офигеть. На все сервера, да? Просто суп. Не понимаю. 15 тысяч. Я его вот первый поворот и второй проходил, по-моему. Или даже нет. Блин, да. Все равно запорол. Я тут уже по 200 тысяч набирал, слышно. Под рисовер, там. Ух ты, это был близко. Нет. Сарпорол, стоит. Блин, я тоже запорол. Вот этот поворот всегда мой прибыльный самый был любимый. Вот этот? Да. А я вот тут наоборот все время только. О! Блин. Не успел заходить в флажок. Убью! Я потихоньку вспоминаю. Ты просто не понимаешь, сколько я очков потерял. Если мы сейчас будем на уровне, я буду ржать. Можно вот просто? Где? Почему? У меня коллижн засчитали за тебя, придурок. Пока. Нет, я 250 запорол на первом повороте, на втором. Я потихонечку возвращаюсь. А этот как катается? Ещё ху... Нет. Всё, с ним ест. 55 тысяч у меня. Он рассчитывает, что он так весь поворот хотел сейчас пройти, что ли? Блин, а Grid 2 в красивую игру, да. Ничего, запнут. Неплохо, да? Ну теперь миллионы, все, я тогда все буду доволен. Сначала 50 тысяч, 500, теперь 5 миллионов. Надо. Тогда уж. Глюк какой-нибудь будет через 60 тысяч подписчиков. Grid устроит нам праздник. Так, ну я тебя выиграю, я верю в это. Давай. Я хочу, чтобы ты мне сделал. Надери мне попку здесь. Ну ведь я надирал как-то раз. Было дело. Пока я начал. А, у меня же, да, я же рекорд ставил на чарджере из первого тира. У меня как раз на нем 1 300 000. Ну давай третий тир. У меня за третий тир, по-моему, только автомат. Спасибо. А что, еще? Тут California Girls. Я вижу. Девочка. На Мерседесе. Сейчас мы ее это. Она на Мерседесе насосала, что ли? Она, подожди, у нее флажок это чей? Шведский, Дания, по-моему. Дания. California Girls, данский значок. Ну, в смысле, герб, флажок. Кстати, повреждения включены, самое плохое. Я знаю. Я все включен. У тебя рандомная позиция еще. По-моему, California Girls сейчас нас делает. У нас битва BMW против Mercedes, я понял. Чувак, ты что на повороте стоишь? А, я перевернулся. Ломка, что ли? Ты этого не видел, окей? Здесь ничего не кипнет. Я просто хочу... Да-да, собственно, уже сервака кипнет. Это было сейчас... Брусы, так вот такие кагазуки. Сука! Убью на. Нет, я запорол все, короче. Понял. Как я не захватил тебя? Не захватил. Пидор. Ну сейчас у нас на равных, наверное, будет. Пина! Надо же. Ну как так-то? Бесит. 1370 очков за раз. Глупо.
За. Я вернулся. Я смотрю, мы с тобой очень похожи. Видим. С этой игрой? Ой, блин. Ну чё, всё? Кончаем. На California Girls кончим сейчас. Идём в следующую игру. А теперь мы в Battlefield. Да, ребятки, продолжаем. Продолжаем наш солян. Ух ты, какой ты защип. Так, подожди, надо джойстик вытыкаем. Так, мы сегодня позитив, 60 тысяч, позитив должен пере... Ух, какие вы тут... Фига. Да ладно. Да ладно! На 60 тысяч отащу? Yes. Да, зря я хотел ПДВР. Чё, Зырянов? ПДВР говно. Да ладно, стоп, подождите, реально что ли? Я тащу не по-детски. Как Антон Городецкий. Ой-ой-ой-ой. Чувак, блин, это же не... Бля, опять болезнь Battlefield. Ну да, у него осталось ХП. Угу. Так, тихо. Тут этот, можно сменить, да, пушку начальную? Пистолет только можно сменить. Ну да, я имею в виду. Блин, да не, лучше всего М1911 мне нравится. Да блин, нас спину убили. Так вот можно. Это, короче, мусорщик, если кто еще не понял. Тут что подберешь, то твое. А так можно ходить с пистолетом, кстати, тоже тема, поэтому. А я впервые играю на таком. Лол. Это в премиум если что. Это, не сильно агритесь, реально, что мы играем в третий, хотя я уже вышел четвертый, мы сами знаем все прекрасно. Может, купим скоро. Да. Сейчас... Вернее, я Саня тут ломается. Да. Я скорее всего, наверное, ломанусь и куплю и себе еще. Ух ты, какой засранец-то, а? Потому что у меня денег нет, покупай все время Саша. Саша? Ну я же должен тебе как-то платить. Ой. У меня 5-1 счет. Ну, у меня похуже. Да? У меня 2-3. Ну, слушай, я не умею играть. Раз на раз не приходится, ребят. Ну, кто еще не знает, а, босс эпичный. Кто-то не умеет стрелять у нас. Это я. Я не хочу с блоком бегать. Можно мне, пожалуйста, автоматик какой-нибудь, ребят? Стоп, стоп, где? Его завалили? Завалили. Я один не вижу оружия пока. Я тоже не вижу. А он где-то валяется постоянно? Я не хочу бегать с G17. Можно что-нибудь другое взять, например? М1911 рулит, чербень. У меня нет М1911. Он вначале дает сам первое оружие. Да? Ну я М9 взял с пистиком. Культурос. А как... А, фонарик тебе отключать? Фонарик, да, но лучше с ним, он здесь не мешает. Наоборот, слепишь только в упор. Есть! О! Ты я сказал, нашел. Когда я зарезал чувака, нормально вообще? Кто меня сдавал, убил сзади? О, там оружие какое-то. Некр какой-то, лол. Так, как его? R. С чем бегать, ты говоришь? 1911. Мне нету 1911. М5К. А, нет, уже МК... О, нет, снайпер. У меня МПС. Я тупанул. МП-443. Ну, а, ну да, у тебя это, у меня, ну да. Угу, все правильно. А то что, прокачка не идет, типа? Ну, фу. Оружие. А почему помощь убийстве-то? Потому почему я не могу чувака подобрать оружие? Бесит. Там, короче, маленьким треугольником, синеньким. Да, я знаю. Оружие. Отлично. А крысу подобрал. Зашибись просто. Ой, это за гонь. Чё-то никого не вижу. Чё, за гольф это? Да, за гольф. О, о! Мне повезло, у меня Фамос. Я вообще никого не вижу. Фамос тут дерьмо какое-то. Тихо. Кажется, я уебал говна. Да? Откуда? Вот. Там уже убили всех. Где эти партизаны? Свой? Захватываем С. Ты где? Я мертв. А, ты же против меня. Возьму, короче, мы захватили. Я взял револьверчик. О, на. Это ты? Представил, ты был. Что это стрел? Что это такое? Барретт? А, винтовку подобрал. Отлично просто. Ну блин, помощь убийц. Патронов не остается, блин. Оружие. О, мы захватили. Б. Питер. Кажется, я Тихо. Ну только хотел. Там был чувак. Да ты... Где-то был чувак. Мои фраги тырят. Ёб машува, чё обосрали что ли, мудаки? Стоп, арбалет? Нет, арбалет слишком, по-моему, жестоко. Извините, у нас же маты, оф. Ну у нас так, можно вообще-то. Извините, ребят.
Да я не надо. Я комментарий порадовал, знаешь какой? Типа, Булкин, как, кто тебе какой индюк сказал, типа, то, что, типа, не материть, типа, вы без мата, это не вот. Mm-hmm. Я тоже так, кстати, считаю, это подстава, это под... О, выжил? Г-36. Я выжил. Издеваешься? Сейчас блочный пост. Г-36, он хороший ведь? Ну так, нормально. Так, я что-то подобрал. Я никого не вижу. У меня черно-белый экран, у меня не появляется... А, нет, появляется КП. Представил сейчас кого-то завалить. На самом деле забавно придумали, кстати. Мусорщик. Почему мусорщик, кстати? Потому что мусор, оружие как валяется. Как мусор, да? Чувак, зря ты. Ой. Что-то у меня какая-то сенса слишком резкая. По-моему, это зря сделал, хотя. Где там он? Чебурек. Ух ты! Ну это было неожиданно, я тем более кривой, ну ладно. Так, ты меня что там делаешь по счету? Да. Такой счет я не видел. Не знаю. У меня 7-3. Мне пофиг, какой мне счет сейчас. А пофиг. О, вот с этим хотел побегать сюда. Че? Джек Хаммер. Не знаешь такое? Дробовик, который скорострельный, такой хороший. О, да. Обожаю его. Начал хорошо, кончил за упокой, по-моему. Блин, мне снайпер спалит. Кто-то понимает дробовик. Чувак. Блин, с арбалета? Спасибо, чувак. С арбалета? Да. Там чувак же есть, вот тут. О, еще без 73, зашибись. Прокачка идет, жалко. Тут был чувак. Ну сдох. О, я с арбалетом. С арбалетом? Совсем ужасно, да? О. А, свои уже? Идиот. Чувак, зарежу. Зарезал. Красавчик. Обожаю резать чувака. Он просто лег под флажок и решил полежать, я его... Все, сейчас главное не просто... Ай, меня сводит левую... Есть. Сейчас справа какой-нибудь мутин. Я тебя ни разу не видел. Это тоже. А я не хотим захватить парня, нет? Я убиваю всех, кроме тебя, я хочу тянуться. Я на Е. Идет? Чё? Я как раз около него был. Не советую тебе идти, нас очень много червей. Убил! Блин, опять барракуду. Нет, не ты был, ну не важно. Я барракуду убил. Успел все-таки его второй раз добить. Так, где чувачок находится там? Чувак, направо смотри! Ты тупой! Сейчас червей меня убивает, вы поняли, да? Вас что так много тут? Я не знаю, где вы. Я просто бегаю, тут 4 человека стоит, захватывает флаг. У меня таки один, вы поняли, да, ребят? Одиночка такой. Всем насрать. Одиночка у тебя что надо? О, дэм наша. Ты где? Я на... Пока вы курили на где-то там, мы их захватили. Че, все тачки наши? О, вот эта тема больше не нравится. Ну где вы? Я не знаю, я на А стою. На А? Да. Я на Е, зашибись. Один, по мне стреляют. Надо на А бежать, короче, я понял. Сейчас буду, бегу на А, чтобы с тобой встретиться. Блин, как так-то? Like that, I'm on the floor, my dad, give me some money. Я на А бегу. Ты на А? Да. Да ладно. Это был... Блин, а. Ты стрелял по мне? Да? Из тебя попали, и ты убежал сразу, спрятался. Нет, меня убили. А, да? Не знаю, я тебя стрелял, у меня помощь убийства 50 было. Так, ну все, до последней моей смерти, и у нас же все-таки соляночки, не задержимся. Ну я арбалет взял. Гол. Так. Ну что там, что там? П-90. Ты на Б? Тушетчик, я на А. До сих пор? Могу на Д побежать. Давай на А, встречаемся. Я на А бегу. Я на А. Я тоже на А. Тут наши бегают. Я на А. Слышь? Угу. Ой, бля. Осторожно, осколочная пошла! Я на. Я тоже. Как я взял это оружие. Меня гранаты убили. Я почти на. Ну я на. Ну блин, ты издеваешься? Так, все, последняя смерть. Не знал, что с карты такое мощное оружие. Ты на? Да. Вот сейчас я именно на, прямо у флажка стою. Я тут бегу к тебе. Меня убили.
Барракуда отомстил. Жду, пока ты возродишься. А, быстрее, чувак, не дохни, там на крыше один сидит. Где ты? Я на... вот, прыгаю с крыши. А, это такое оружие? Господи, я даже не знал. Ты на? Да. Ну тут наши оплачиваются. Я прямо у флага стою. Я мочусь окна. Но тебя не вижу. Я за машиной сейчас стою. Прямо у флага. Фига. Ребята, вот сейчас только что видели, сколько я людей положил. Меня сейчас убьют. Ладно, все, переходим, короче, к другой игре. Да. Здорово всем. И это, наверное, всем последняя привет. Игрушка там или как-то так. Если что, Женя, у нас солянка, и вот это одна из консолок. Я не хотел в эту территорию. Ну, тут уже само собой. Сколько закон оставляет человек. Если что, мы выбрали все варианты. Ой, в смысле, все вопросы. Я не знаю, зачем, надо было из повседневной жизни, но... Блять. Ну, если Женя сейчас будет тащить, я не уверен. Ой, в смысле... Я уверен. Тут немножко другой принцип. Мы без нападения на базу выбрали. И снова все вообще? Да, а ты одну сейчас выберешь. Почему эту? А почему он? Потому что... Я ручник с яйцами хочу. Блин, Чербине надо было выбрать ручник. А почему... Не знаю. Ну, уж точно не 80. Лалки. О, боже мой. Ну что ж такое-то? Ну Роберт же. Ну же. И члены яйца. Дурак. Вот дурак. Бери ручку, бери член. Делаем ставки. Дурак. Делаем ставки. Что? О, да, детка. Мой. Золотой, стоячий. Хуй знает. Ой, нет. А, пусть так будет. Что, Жень, ты что, совсем что ли сдурел? А. Мы его соснули, понятно. Я вообще-то думал, что раньше найдется все, у них не было. Я просто думал, Яндекс. Ну ладно. Яндекс. Да ну вас жопу, блин. Куриная ножка. Я почему-то недавно. Да идите вы, куриная ножка. Это не куриная ножка, это ключ. Куриная ножка. Ну зашибись просто, вообще живется мне. Готово. Просто супер. Предложить не могу. Блять, наверное, 90. Ой, 83-м. Я не успел. 83-м. Я не успел. 83-м каком-нибудь. Ладно. Наконец-то. Я считаю, что в вопросе ошибка. Маша Иванова прислала. Откуда она это знает вообще? Я тогда каркас в честь этого возьму. Не понял. Шар то. Земной шар. Что-нибудь возьми. Ну давай тогда вот еще центральный. А вы? Ну а мы чё? Мы люди не бедные. Скромные. Кто такую? Битва. О. Щербинин, полегче так, только. Ну, я возьму Урал. Это моя куриная ножка. Это Урал. Сок? Ну, Самара, естественно. Просто Щербинин должен знать, что это Москва. Он должен знать, что это не Екатеринбург уж точно. А. Щербинин, ты хочешь сказать? У нас протекает сок. О, господи. У меня четверка. Я подсказываю, сейчас мне все напишут, зачем я подсказываю, да? Заткнись. Хабаровск хочу, висячий. Дефолт. Это очень сложно же, Щербинин. Умею подсказать. Нет, я ответил раньше. Зрители, судьи. В смысле, видели. Зрители, свидетели. Судьи. Ну почему? Ну потому что мне не нравится, так что-то центральный там. Же. Блин. Мы с тобой просто красавчики. Никто не вот, я, кстати, не думал, что на Жуковского уж точно не думал. Сейчас все подумают, что мы очень тупые. Да пусть думают, вообще насрать. Жень, по губам получишь. Понял? Так что говорит давай, человек, который плохой. Там все сейчас тебе опять будут писать какой-то хороший. Ой, это я знаю. Овсянка, сэр. А. Да? Это оттуда? Ну да, блин. А, точно. Я не смотрел. Я смотрел, но забыл. Сирха сейчас на меня, конечно, нападет, ну естественно. Да. Стоп, что? Мне не нравится. Сань, давай. С капустой. Легко.
Орех, конечно. Ореховое масло, я только знаю. Капустное масло как-то не ок. Чё? Жень, ты чё? Ладно, ладно. Да-да. В Петрограде, в 86-м году. Вы поняли, да? Угу. Петроград. У вас, оказывается, Ленинграда не было в 86-м. Так. Я Урал все-таки хочу. Можно? Отбился. Снимай ножку. Пеле? О! Это я знаю. Нет, не знаю. Кстати, ну, Бразилия. Цыган появится в свое государство. Бразилия станет... Надеюсь, про Бразилию, ну да. Потому что Пеле Бразилия же был. О, мой Уральчик. Моя ножка. Давай. Мой Урал. Красавчик Щербинин. Я сегодня за Щербинина. А почему, когда я навожу на вашу территорию, у Щербинина... Ой, у... Фу ты, блядь. У Жени какая-то хрень высвечивается. У него два каких-то этих. А, да, кстати. Жень, что это такое? Не знаю. Ну, Женя-то знает испанский у нас. Он нас часто посещает. Ну, во-первых, это не испанский. Ну, а что это? А французский еще скажи. Верный друг остается в воде. Это в Выбере самое нормальное называют. Кстати, да, реально. Ну чё? Моя территория была. Ты чё, ел, что ли? Ну, можно поиграть мне? Нет? Блять. Жирощёлочь. Жень, достал. Ты можешь биологический вопрос, пожалуйста, исключить? Да базилин, господи. Ну, понятно же. А, ну жир. Я ну ты, ты, Саша, у нас знаешь, как вазелин получается. Ну так я его часто юзаю. Ой, я не знаю. Этот, наверное. Что там самое? Июнь какой-нибудь? Пятый? Идёт. Шестой, точнее. Сань. Ну да. Фу, март. Март. Щербинь мои мысли читает. Элит. Июнь. Жир. Отдайте мне мою территорию. Можно мне, пожалуйста, немножко. Так. Красноярск мой. Как называется главная площадь? Ну ж понятно. Нет, непонятно. А. Ну, кстати, я выбирал между ними. Я думаю, у Киева просто всегда все не так, как нужно. Поэтому я думаю, что может они. Жень. Полегче. Я тут это. А, так я просрал. Нет. Моль. Блин. Это ж легко. О. Я не забыл. Ну, поздравляю, чё. Ну да. Это же из физики, да? Да, да, из физики. Вообще-то из физики. А, ну это химия вообще-то. Из физики. Я помню, это физики из в 9 классе или 8 было. А так? Ну. Отдай. Чё я буду знать? Это моя это, слушай, я у тебя петушка не забирал. О, господи. Это очень сложно. Это слишком. Слушайте, почему вам такие вопросы достаются? 1888. Звучит. Недалеко мы. Где вот? Надо было, я же говорил. У нас 5 лет разница. Блин, на 100 лет ошибся. На 100? Может на 5? А, на 100. Да. Ой, Жень, я Жень. Ну неужели, господи. Захвати Жене, пожалуйста. Ну, здесь... А, ну, блин, у него тоже 400 было, извини. О, мафия. Ну, план, короче. Что? Фамилия? Какая фамилия? Ну, типа семья. Что нахуй тебе семья? Че, издеваетесь? Конец игры. О, господи. Ну, короче, давай, я глупенький давай мальчик. Давай до конца, там, где прям полностью уничтожаешь. Да-да-да, вот нам не хватало всю серию и растянуть. Всё, пока, да, ребят. Растянем серию. Всем спасибо за просмотр. За то, чтобы растянуть серию, ставьте палец вверх. Сейчас сама растянется, да, от этого. Ну, в общем, да, вы посмотрели Саянку довольно долгую. Спасибо всем за поздравления, 60 тысяч это много. Всем удачи и ждите новых видосов. Всем пока.